Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Правильные подарки – это подарки с комфортом. Вот нас в России принято очень дарить вещи функциональные. Вот поэтому, Маришенька, даже спальные принадлежности у нас сегодня будут премиум-класса. Раз уж мы заявили новую весеннюю коллекцию, то и спальные принадлежности будут под стать. Посмотрите, какие красивые одеяла и подушки. Красота невероятная. Ну, знаешь, вот даже когда мы выбираем себе или выбираем в подарок, сразу встает вопрос, а как эти принадлежности выбрать? Вот взять одеяло. Каким должно быть идеальное одеяло? Ты знаешь, прежде всего, при выборе одеяла мы, конечно, обращаем внимание на наполнитель. В нашем случае натуральное верблюжье волокно, о чем и говорит как раз-таки фирменный значок. На одеялах и на подушках он тоже есть. Почему именно на верблюжье волокно обращаю внимание, да, в сезон сейчас, когда у нас переход вот на теплое время? Дело в том, что именно верблюжья шерсть хорошо балансирует тепло. Никогда не жарко и не холодно, при этом мы всегда уверены, что спальное место в абсолютной гигиене. Почему, я расскажу чуть позже в презентации обязательно. И еще обращаем внимание на легкость одеяла, на плотность наполнителя. Можно ли его использовать на любой сезон? В нашем случае это облегченный вариант, но верблюжья шерсть позволяет использовать именно в любой сезон. И, конечно, обязательно на качество пошива всегда смотрите. Здесь у нас премиальное качество пошива, кассетная закрытая стежка и еще косая бейка. То есть такие одеяла и подушки еще и можно постирать. Вот оно, идеальное одеяло. Давно меняли постельные принадлежности? Подумайте, вспомните. Их нужно менять периодически. Особенно некоторые это делают со сменой сезонов. Далее убирают какие-то такие объемные одеяла в шкаф и достают более легкие. Так вот, это одеяло всесезонное. От 999 рублей. Размеры полутораспальные, двухспальные. И евроразмер есть также у нас в наличии. Ну и красота, конечно, невероятная. Слушай, Юль, все-таки верблюд. Расскажи, какими свойствами обладает наполнитель? Да, мне захотелось предложить к весенне-летнему сезону облегченное одеяло, чтобы не было жарко, но при этом именно с верблюжьей шерстью. Почему же она так ценится, и я ее просто, честно говоря, обожаю, всегда дарю своим близким. Дело в том, что эта шерсть способна держать термобаланс. Она никогда, какой бы ни была температура окружающей среды, не доставит дискомфорта. Очень хорошо балансирует. Всегда. И одновременно, да, и воздухопроникновение хорошее, и всегда приятное сухое тепло. Нет перегрева, и это плюс. Еще один момент, который очень важен именно сейчас, в сезон. Вот вспомните, сколько сейчас у нас аллергии. Ну, просто вот какая-то вот болезнь 21 века. Вот поэтому обращаем внимание еще и на гигиену спальни. У нас с вами верблюжье волокно антистатичное, не накапливает пыли, благодаря извитым волокнам верблюжьей шерсти. Поэтому в одеяле не накапливается пыль, не скапливается пылевой клещ. Вещество ланолин, которое находится, содержится в верблюжьей шерсти порядка 40-50%, он тоже нейтрализует бактерии. То есть это защита вашего сна, защита вашего здоровья. Вот именно поэтому верблюжья шерсть. Вот, правильно выбираем наполнители. Что, какими еще свойствами обладает она? Ну, давайте, если мы сравним, например, с обычным наполнителем ватным, да, то со временем, когда мы теряем влагу, ватный наполнитель нужно нести в химчистку, и там разводится патогенная флора. Когда мы говорим о верблюжьей шерсти, здесь микробам не дает развиваться ланолин. Вещество такое, природный животный воск, который находится в волокнах верблюжьей шерсти. Ну, микробы просто погибают. Плюс, нагреваясь от тела человека, ланолин еще и нам на кожу благотворное влияние оказывает. Слушай, ну здорово, но знаешь, когда я выбирала своим детям одеяло, я очень много информации читала какой-то, да, и мне тогда, помню, сказали, что натуральные наполнители могут аллергии вызывать. А в нашем случае нет никакой аллергии, благодаря тому, что сегодня современный наполнитель, он у нас с вами абсолютно никак не окрашивается, так. Видите, это натуральный цвет. Мне очень нравится то, что все-таки здесь содержится даже после переработки вещество у меня в косметическом варианте представлено, а так вообще в волокнах 50-40% его остается, и он нейтрализует бактерии, промывает его в кипятке, да, волокно, шерсть, поэтому, пожалуйста, можно всем членам семьи. То есть и маленьким детям можно, но и более пожилому поколению одеяло «Караван», бестселлер телеканала «Шоп-н-шоу», абсолютный хит. Полутораспальный, двухспальный и евроразмер есть сейчас, наполнитель «Верблюд». Если вы искали для себя одеяло, которое будет подходить, ну, каждому члену семьи, даже если вы любите
абсолютно разный, да, терморежим, то выбирайте верблюд. Правильный наполнитель – это 99% крепкого и здорового сна. Кстати, а 1% куда оставляем? Наверное, еще вот будет тепло или холодно вот по сезонам, да? Часто мы с вами убираем большие одеяла в шкаф, но вот у меня лично места уже не осталось дома. Действительно, вот в погоне за комфортом мы шкафчики набиваем разным типом текстиля, и толстое одеяло на зиму, а на лето другое, огромное количество пледов и так далее. Угу. А вот такое решение, если бы было в вашем доме, то тогда бы вы сэкономили место в вашем шкафчике и получили бы комфорт на любой сезон, потому что благодаря верблюжьей шерсти, даже с таким вот достаточным количеством наполнителя, одеяло очень хорошо держит термобаланс. Оно у нас с вами не перегревает, то есть не создает парникового эффекта и при этом дарит приятное сухое оздоравливающее тепло. Вот я недаром кладу на суставы. Это польза для мышц и для здоровья. Одеяло «Караван». Цена от 999 рублей. Полутораспальный, двухспальный евро. Ну вот, кстати, давайте сходим в магазин, может быть, посмотрим, какие цены там. Да, давайте посмотрим, сколько же стоит одеяло в обычном, да, варианте, где-то просто вот на текстильном рынке. Это 2850, 4300, 3290, причем, да, ну, угу, по-разному, разный класс одеял бывает. И не всегда нам расскажут, как наполнитель очищался, какого он качества. Здесь же на телеканале Шоп-н-Шоу мы все проверяем, проверяет наша специальная комиссия. И, конечно же, мы работаем с производителями, которые работают по ГОСТу. У нас одеяло полностью стёганое, его можно стирать. И мне нравится, что ухаживать можно в любое время, когда только потребуется. А вы можете постирать свое одеяло? Дозванивайтесь, у вас будет одеяло с натуральной верблюжьей шерстью.